Это кто у нас тут такой жирный, а голодал так, как будто совсем не жирный, а? Ты, да? Сейчас мы тебя будем почивать изысканным блюдом, да, Калуш? Вот так вот тебе бам, бам и опаньки. Прикиньте, приходите в ресторан, а вам перед тем, как накрыть на стол, официант сначала по щам сырой курицы так прилетает со всей дури, а потом он сообщает, что это комплимент от повара, только после этого он вам ее в топку закидывает. Но этой даме так больше нравится, я здесь для того, чтобы соблюдать ее капризы, поэтому тут все в порядке нормы.